Завод находится в состоянии банкротства. Чтобы сохранить предприятие, губернатор Краснодарского края попросил подключиться к решению проблемы главу Минпромторга Дениса Мантурова и министра финансов Антона Силуанова. Огромная просьба при возможности все-таки или смены собственника, или сегодня совместного поиска инвестора для того, чтобы Седин снова заработал, чтобы он снова стал выпускать станки, высокотехнологичные станки, которые, конечно, необходимы и промышленности и нашего региона, и в целом страны. Я думаю, что здесь надо сделать все, чтобы мы не потеряли это мощное, сильное предприятие, которое, конечно, еще может послужить, я еще раз подчеркиваю, на экономику и региона нашего, и в целом России. Здесь мы надеемся на вашу поддержку и совместными усилиями, я надеюсь, что мы достигнем здесь результата. Министерство промышленности и торговли, по словам Дениса Мантурова, готово оказать поддержку. Сейчас действуют государственные программы для развития предприятий. После того, как внимание на проблемы завода имени Седина обратил глава Кубани Вениамин Кондратьев, уже удалось погасить долги по зарплате перед работниками предприятия.